Годы труда, работы в архивах, изучение тысяч документов и грантовая помощь от президента сделали реальным проект по подготовке и выпуску научно-популярного издания, рассчитанного на широкий круг читателей, учащихся общеобразовательных школ, студентов, педагогов, краеведов. Научно-популярное издание «Еврейская автономная область из прошлого в настоящее», которое повествует о всей истории не только области, но и той территории, на которой она была создана. Новая книга Валерия Гуревича «Еврейская автономная область из прошлого в настоящее» наполнена картами, схемами, документами, фотографиями. Дана и хронология основных событий, связанных с развитием ЕАО. Также приводится список источников о еврейской автономии с QR-кодами. Документы самые разнообразные. Естественно, в первую очередь, это архивные документы, документы нашего областного архива, фондов областного краеведческого музея, фонды Хабаровского, Дальневосточного и других архивов, в том числе Российского этнографического музея, и те публикации, которые были. Выпущено 800 экземпляров книги. Ее уже получили библиотеки области, а в ближайшее время она появится и в школах. Ольга Тимченко, Константин Земляникин, Андрей Терехин, Новости 21.